Девчонки, всем доброе утро. Яночка сегодня в настроении, не хочет вам говорить привет. Сегодня сварила гречневую кашу на молоке. Сейчас будем мы все завтракать. Яночка у нас самая первая, зубки почистила, умылась, оделась. Я ей кровать заправила, заплела ее. Сейчас сидит, наяривает кашку. Вот, это Илье. Анюта соизволила у нас сегодня поесть гречневую кашу. Правда, не очень хорошо, но хоть как-то. Вот, а я не знаю даже, что я буду есть. Может быть, бутерброд какой-нибудь сейчас сделаю. Или тоже поем кашку. Хотя она не особо мне лезет. Что-то как-то мне не хочется. Вот, у нас сегодня хорошая погодка за окном. И мы сегодня, скорее всего, дома сидеть не будем, а пойдем гулять. У нас сегодня прохладненький ветерок. Не жарко. Наверное, градусов 25, может быть, будет 30 в обед. Не знаю, еще даже не смотрела прогноз погоды. И мы пойдем погуляем, может быть, в парк какой-нибудь сходим. Будет видно. Всем удачного дня и хорошего настроения. Травку косит. Один со шляпкой, второй без шляпки. Какие желуди зелененькие растут тут. Мы сейчас проходим по аллее. И вот они. Желуди зелененькие, молодые. Анюта тут идет их собирает. А это... Коричневый. Это уже созрел. На, держи. Все, мы вышли наконец-таки на улицу. Собираемся, как обычно, очень и очень долго. Пока всех оденешь, пока всех заплетешь, пока сама оденешься. Вот уже и обед. У нас прям какой-то порывистый ветер, но я в платье. Сейчас вам покажу. Вот. Платье надела от Василька новое. Оно мне очень нравится, такое легкое, кожа дышит, не жарко, но сейчас ветер, и оно у меня раздувает, подол поднимает, поэтому иду придерживаю. У нас на улице, кстати, 30 градусов, не очень жарко, хорошо прямо сейчас так гулять, поэтому мы сейчас решили прогуляться до сквера. Идем сейчас на остановку. Поедем, если я правильно называю, Дмитриевский сквер. Там мы еще ни разу не были. Там, вон Илья вам машет, привет. Там озеро есть. И вообще, в принципе, мы в том районе ни разу не были. Хотим изучить еще ту часть города. Ехать туда далеко. Где-то час, наверное, даже больше, пока еще до остановки дойдешь. Но хочется посмотреть город получше, узнать. К водичке сходим, может быть, там будет лебеди какие-нибудь, не знаю, посмотрим. Я видела только по фотографиям, много кто там был. Так, куда они делись? Пошли. Ладно, я тут пойду. Вот, ну и заодно вам покажу, кому будет интересно посмотреть еще немножечко больше Краснодара, то, конечно же, оставайтесь со мной. Проходим сейчас мимо Губернского. Посмотрите, что я увидела. Растет дерево. И написано, какая семья это дерево посадила. Посмотрите, сколько много. Это не просто, я так понимаю, деревья, а какие-то плодовые. Наверное, все-таки какие-нибудь или персики, скорее всего. Листья похожи. Вот. В 17-м году их сажали. А вот здесь вот такая красота. Клумбы такие ухоженные. Садик. Очень красиво. Все сделано. Все, устали детишки. Все, пришли уже, да? Нагулялись? Да. Вот он, сквер, где озеро. Будь здоров. Спасибо. Пошлите дальше, там вот подкова. Пойдем. Тут тоже деревья посажены.
сейчас идем к скверику, проходим по улице Садовой, если я не ошибаюсь. И тут увидели вот такой вот университет. Небольшое здание, даже не скажешь, что это университет. Ну, а мы идем дальше, уже практически подошли. Здесь первый раз. Здесь в основном частный сектор на этих улицах. Ездят трамваи очень часто, прям, наверное, раз в 5 минут точно проезжает. Ну и так в основном тихо, машин мало, спокойно. Такие вот домишки симпатичные есть, есть и не очень. Вот опять трамвай едет. Все, мы пришли. Все, дети уже хочу туда, давай, хочу пока сюда. Пока у них есть. Уточки плавают. Черненькие. Ой, какие маленькие. А может, и не утки. Да, это на других похоже. Смотри, у них какие. Клюв белый. На палочке сидят два красавца. Вот это вот у нас дом, по-моему, видно из окна, когда мы смотрим. Ух ты!
ели. Ну, это они кушают. Кормят их хлебушком. Здесь так тихо, спокойно, классно. Ой, Юлечка разговаривает. Говорят спасибо за хлебушек. Классно тут. Тут дерево растет со сливы. Ее очень-очень много. Она уже переспевшая висит, падает. Мне здесь очень понравилось. Прям вода меня успокаивает. Я могу на нее смотреть бесконечно. А вот там вот стадион, бань называется. Мы сейчас, может быть, туда прогуляемся, если дети выдержат. То, что мы и так уже много прошли. На дереве росли. На елочке. А, тебя сфотографировать, да? Мы тут уже все фотосессию сделали. Вот встала красоточка. Люди там в теннис играют. Ну а мы сейчас будем фотографироваться. Мы сейчас на другой стороне этого озера. Тут вот такой вот густой лес. Такой обалденный воздух, как будто прям реально в лесу ходишь таком. Далеко от города, который находится. Не скажешь, что это в городе. Очень свежий воздух. Классно. Куда они побежали? Посмотрите, какая красота. Сорвали алычу с дерева. Я попробовала, вкусное, сладкое. Сейчас хорошо протрем. Ну и как? Нравится? Нет? Нет. Что тут за шум? Проходим сейчас мимо вот этой вот высотки огромной, новой. Хотела вам показать, посмотрите, где у них подъезды в квартиру. Вот. Прямо на улице. Просто как будто вход в магазин. Мы идем на остановку, поедем на трамвае домой. Мы сели на трамвай не в ту сторону и приехали на Вишняки. Сейчас ждем другой трамвай. Уже стемнело. Сейчас заходили в KFC, перекусили и поедем. Картошечки. Отойди немножечко, да. А то здесь такие узкие прям улочки. У нас похолодало. Да, время 7 часов и прям что-то как-то прохладненько стало. Даже вот Анюта замерзла. Сейчас доедем до другой остановки, в другой район, а потом
пересядем. Смотрю. Время у нас уже 8:30. Мы только приехали сейчас в свой район. Никак не можем дойти до дома. У нас то Илья подтягивается, то дети на площадке. А я уже замерзла. Хочу выпить большую кружку чая с лимоном. Сейчас приду. Первым делом себе сделаю чай и буду согреваться, потому что мне лично холодно. Дети в кофтах, им они бегают, двигаются отлично. Сегодня хорошенечко прям так погуляли, пофотографировались. Кому интересно, а где мы были, подписывайтесь на мой инстаграм. Там все самое свежее, потому что ролики не всегда выходят. С задержкой точнее, вот. Сейчас, ладно, пошли домой мы. Буду редактировать видео, укладывать детей. Буду стараться пораньше спать. Надо потихонечку входить в режим, стараться раньше ложиться, стараться раньше подниматься, вставать. Вот, так что вот так. Все, девчонки, всем пока и до завтра.